мама очень помогает, и сестра моя. Так как у меня в последнее время гастролей очень много, они за моими детьми смотрят. Недавно сделала им паспорты, теперь постараюсь их с собой брать. Так как у меня не каждый день съемки, у меня не каждый день показ, основное время я провожу с детьми. Вот. А когда показы, они меня понимают, они меня поддерживают. И им нравится это очень. Вот. Бывают дни, когда я их с собой беру на показ. Они там сидят, смотрят, радуются. Дочки уже примеряют маминые туфли? Дочки, да, они дома в моих туфлях, а третья моя дочка вообще и платье мое одевает дома, позирует. И она все время говорит: мам, когда я вырасту, я стану моделью. Да, вот 2 года назад я снималась в фильме «Осман Марав». Кстати, завтра презентация этого фильма. Вот. Там история любви. Очень хороший фильм получился. И у вас главная роль? У меня главная роль, да. В этот фильм я тоже попала случайно. Когда режиссер пришел, я еще тогда училась в Академии актерства. Они пришли за нашим директором, за Сулаймоном Сафаровичем. Они хотели его пригласить в роли брата главной роли. Вот. Они за ним пришли, а я в то время как раз репетировала с учителем. И когда они увидели мою репетицию, они захотели, чтобы я снялась в этом. Были предложения, чтобы я выходила в тюле, на что я отказалась. Сказали: нижний белев, тюль, а сверху будут там всякие, ну, безделушки. Но это... Я в жизни на это не пойду, в жизни. Из-за этого я не могу пойти в Европу, из-за этого я не могу как бы контракты сделать с другими странами, так как у меня... Ну, мне страшно то, что вдруг там контракт сделаешь, и они скажут: все, ты наша, выйди в купальник, и все. Я даже купальник не могу себе позволить, так как я мусульманка, выросла в стране, где мусульмане. Поэтому вот этот запрет у меня на первом месте стоит в фильме. И вот как бы начали уговаривать, начали договариваться. И с этого и что я ни разу не одевала откровенные наряды. Я ни разу не выходила там, как сказать, полуголой или еще что-то. Так как я, как вам сказать, не нарушаю... Ничего плохого я пока не делала, поэтому вроде бы все восприняли меня нормально. Так как я в основном выхожу, показываю наряд своей страны. Ну, негатива еще не было в мой адрес, не знаю.